Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами же Кирсун. Устраивайтесь поудобнее. Видео демо-версия игры Симулятор строителя. Игра, созданная издатель компания Playway, которая подарила нам кучу симуляторов, которые вы могли играть. Доступно Train Station Simulator, Car Trader Simulator и даже есть ликвидатор Чернобыля Simulator. Помимо этого вы могли играть Car Механика и куча других. Танк, ремонт танков, самолетов, короче, все, что можно строить, ремонтировать, издает компания Playway. И мы вместе с вами сейчас насладимся данной игрой. Но перед тем, как начать, хотелось бы поблагодарить людей, которые ставят лайки, которые поддерживают каналы, которые, самое главное, остаются со мной. Что ж, поехали. Так, строим. Интересно, что сейчас нам... я думаю, должно быть интересненько там... Доски напили, дрова наруби там. Нет, это будет бетономешалка, кирпичи. Окей, сейчас все узнаем. Добро пожаловать в симулятор строителя, альфа-версия. О, что такое блюд? Прям мама не горюй. А нельзя в опциях убрать эту возможность? Великолепно. Кстати, русификация будет, ребят, так что не переживайте. Нет. Почему? Вот так. Графика. Да нет, тут вроде нет. Я же поменял. Да, надо перезапустить. Надо перезапустить игру 100%. Ребят, сейчас, секунду, мы перезапустим игру и вернемся обязательно. Почему-то ничего не помешало. Наверное, в демо-версии недоступно. Скорее всего. Поэтому ничего не надо было перезапускать. Странно. Ладно. Вторая попытка. Так. Добро пожаловать в симулятор строителя альфа-версии. Поймите, что эта версия не финальный взгляд на игру. Все инструменты вы можете... Поднять его туда выше и выше. Так. Я понял. Подобрать нет. Поднять. Ну так поднимай. Это разве не поднять? Я понял. Ага, мы подняли, окей. На единицу. Форма. О, так это маленький уже. Мы будем строить сарай? Сколько тут? Раз, два. Окей. Хорошо. Для того, чтобы начать устанавливать фундамент, вы должны поставить эти формы, да, деревянные. Я понял вас. Отлично, устанавливаем форму. Мы будем заливать фундамент, я понял. Я профессиональность. Едрите, он давай эту самую Майкл Джексон ходи, давай начинай. Закончились, понятно, еще форм. Взяли по 3 штуки, да? А я больше не могу. Ну ладно, нет, можно. Набирай, по 20 штук мы можем одновременно максимум брать. Все, 20 штук взяли. Давай, раз, два, эту катку мы построим сегодня. Тут получается выкладываем все. Так и будет. Да, Юлиана что-то сказала, что неудачный ракурс. Может мне как-то ракурс поменять? Что-то поменять, как-то переставить.
Давай, давай, давай. 20 штук еще. Хорошо. Форму для заливки, я так понял, фундамента мы должны выставить. Ребят, ссылка на игру будет в описании. Вы можете прямо сейчас поставить на загрузку, а потом при желании поиграть сами. Если вы хотите. Узнаете, пойдет на ваш компьютер, не пойдет. Нравится вам заниматься строительством или не нравится. Я люблю такие игры. Мне нравится. Рубить деревья, 2 часа нести дерево. Окей. Есть, готово. Так, так, так. Угу. Выглядит неплохо. Так, теперь нам нужно подобрать металлические. Я не знаю, как это называется. Сетку, чтобы заставить. Ага. Ну так я научусь, как строить дома. Можно будет подрабатывать. Здравствуйте. Где вы учились? Какой заканчивали институт? Какой ваш опыт? Я строительный симулятор прошел. Демо-версию. Вы приняты. Потом заливается бетоном, скорее всего, в этом месте. А деревянные потом, наверное, убираются или остаются? Непонятно. Ну ладно, разберемся. Пойдем, уже закончилось. Я думаю, хватит. Так. Они прям решили все симуляторы в мире делать. Они же кукинг-симулятор. Вась, Ланселот, топ-месяц, ты же просил кукинг симулятор. Так. Следующий шаг — это бетономешалка. Чтобы создать бетон, вы должны... Блин. Ага, вот, ребятушки. 15%. Сок, вода и известь, или что там, ну вы поняли. Да. Цемент надо засыпать, я так думаю. Почему? Ой, почему бабло уходит? Тормози-ка. Я понял. Просто так не включаем. Пластик. Не, давай цемент возьмем. Засыпаем. Что-то мы не добавили. Цемент засыпали. Воду. Песка нету. 100% должен быть песок. Так, ну-ка. А у меня нет лопаты. Где моя лопата? План, дверь, окно. Лопаты нет. Украли лопату. Но у меня сейчас требуется тем другой. По стрелочкам. Смотри, что. Ну давай включим. Прям вот здесь, ребятушки. Может, у соседа сосед, дай лопату. Номера. А соуса.
так вот это делать. Теперь понятно, почему у меня это не работало. Так, хорошо, насыпали шланг. Я-то не могу тебе... А, нет, все, отлично. Да, вот 44%, смотри-ка. О! Воды хватит, 15% надо было. Будет крепкая, я тебе так скажу. У меня будет очень хороший раствор. Почему тут крепкая? Высыпай! Такой домик долго не простоит. Ну уж извините, ребят. Чендельмебищенные начальники. Хорошо, вернее, не очень. Да, строитель с меня еще тот, ребят, походу. Угу. Ой, вы типа лучше строите. Я вас умоляю. Да брось ты этот шланг. Не, надо, чтобы все-таки... Давай пробуем. Ну-ка. Оп! Смотри. Ну вот. Так, давай еще что-то, чтобы все ушло. Ладно, как говорится. Нормально будет. Давай. О, смотри, смотри. Отлично.
дальше. Полюбуем. Если кто-то не растет, да? Ну ладно. Больше не надо. Так. Лопата. Средняя кнопка. Лопата. Давай. А, 15% красный. Песка 70%. Давай. Наверное, надо включить. На включить. Так, какой компонент? Лопатка. Я думаю, надо будет еще подхода 2 сделать. Так, сколько там процентов? Угу. Еще сколько процентов? 19. Думаю, достаточно. Не, песка надо 70%. То есть надо будет еще. И 20. И могли бы сделать анимацию. Ну, так, поверьте, ребят, не забывайте об этом. Почему у меня только 9%? Ладно, ну вот эти мы можем только уже пустой полностью сдать. Да не будет. Все, 19 достаточно. А и так сойдет, знаете, как у нас? Там у зеленая, смотри, в порядке. Так, воды 15-12, это 19-15, это все. А, нормально. Так, воду здесь. Берем этот цилиндр, положим сюда. Давай-ка быстренько возьмем тачечку, подведем сюда. Так, там зеленое уже можно выгружать, я так понимаю. Давай, заливай. Есть. Все, забираем. А вы говорили, не разберем. Так, включаем электричество, надо экономить. Теперь не забывайте, что выгрузка идет по левую сторону. Как вам игра, кстати?
все, я думаю, еще разочек. Включаем сразу. Есть. Да, цемент. Взяли мешок цемента. Высыпаем. 6. Лопату. Смотри, как уже разрисовал. Научился. Берем лопату. Сколько песка? 70%. Песок можно было через тележку перешить. По сколько? По 9%. 6 копеек. Я думаю, максимум два раза нам осталось вот такие сделать цементные симулятор. Производитель цемент. 75. Идеально. Ой. Надо было 70. Практически идеально, скажем так. Чуть-чуть. Ну. Ой, все. Что получается, с этой стороны чуть-чуть посыпать, с этой стороны поставить. Я думаю, два раза и будет достаточно. Два раза еще. Максимум. Два тележки. Заполнили. Потом с этой стороны посыпаем чуть-чуть. Заполнили. Угу. Да, как я и предполагал. Еще один раз, 100%. Нет, давай сначала вот так вот. Давай сначала она включить. В раннем доступе игры еще существовать. Но идея хорошая, я тебе так скажу. Так, переборку двигаем. Забираем. Е3.
Это чуть не то. А может и то, посмотри. Вот так вот. Там же погрешность какая-то допускается, правильно? Это же не должно быть идеально, конечно же. Я думаю, я все время это не поступал, то, что нужно. Потому что цемент перетянуть нужно будет для кирпичей. А вот этот именно у нас пластик, гидер какой-то, это крепитель или что это может быть. Я не понимаю, ребят, в комментариях мастера строителей напишите. Объясните мне. Мы обязательно следующий ролик по этой игре, я почитаю в начале видео ваши комменты, чтобы вы узнали, что мы комменты ваши прочитаем. Ну, я думаю, Антону Рыжему нужно белки будет, он же на стройке там. Скажет, Жека, я бы тебя даже не взял бы подручный. Да, прекращай, нормальный работник, много не разговариваю. Так, 70, 69, все, достаточно. Да, водички давайте попьем кое-кому. Держится не как на дрожжах. Мы фундамент уже сделали, смотри как. Поставляем. Так, сейчас оно тут будет все как надо. Не переживайте, ребят. Огромное спасибо вам за поддержку. Топ-спонсоры месяца. И спасибо всем, кто ставит лайки. Особенно благодарна всем, кто ставит и пишет комментарии. Это очень важно для канала, для нас в данный момент. Замечательно. Фух, как не просто, оказывается, строить дома. Так мы только фундамент заливаем бетоном, оказывается. Да тут еще делов-то и мама не горюй. Нормально.
Дожились. Серьезно, телега забаговалась. Вот. Телега, ну ты чё? Я не могу без телега. Для первого взгляда достаточно. Телега не взялась, ребят. Если вдруг что, блин, фундамент тут. Ну версия 1, там 0.1 какая-то. Так почему телега не берется? Ну ладно, хер с этой телегой. Ссылка на игру будет в описании. Я думаю, просто забаговала. Окей. Спасибо за лайки вам, ребят. Спасибо за комментарии, за поддержку. Увидимся на следующих видосиках. Всем пока. Обнял.